Ай ты. Что? Что? Что улыбаешься? Постоянно общаешься, знаешь, что он задумывает. То есть, когда он задумывает с тобой побороться, поиграть. Вот. Ну и то, что идет постоянное общение, общение в добром русле, оно, конечно, дает свои плоды. В том плане, что зверь не агрессивный. Зверь, вот даже игры его, он понимает свою силу. И он... Да я сейчас свои пищу, потом к вам пришлю.